Выпускники школы могут вздохнуть с облегчением. Основной период государственной итоговой аттестации остался позади. Есть, правда, еще дополнительные резервные дни, которые школьники могут исправить не понравившиеся результаты. Но для большинства экзамены завершились. В этом году финальную аттестацию проходили более 5000 11-классников и 10000 9-классников. Результаты подведены не полностью, но некоторые итоги уже известны. В этом году интересная картина сложилась, например, по итогам сдачи русского языка по окончании 11 классов. Нам очень приятно, что, напомню, цифра сдававших более 5000, получивших неудовлетворительные оценки, то есть не перешагнувших порог, ну, иными словами, это двойка, 7 человек. То есть почувствуйте соотношение более 5000 и 7 человек, которые не сдали. Для сравнения, в прошлом году двоечников по русскому языку было 16 человек. Но задача стоит в том, чтобы все выпускники могли успешно преодолеть барьер. А вот математика у 9-классников подкачала. Результаты по экзамену оказались хуже, чем в прошлом году. В Минобре это объясняют тем, что у него были добавлены вопросы по геометрии. В аттестатах у наших выпускников в 9 классах появилась не просто формулировка математика, а появилась отдельная оценка по алгебре и отдельная оценка по геометрии. Соответственно, это то, что, наверное, вызвало некоторый диссонанс в среде наших выпускников. Ну и то, что сказала Наталья Владимировна, действительно, мы будем больше особое внимание уделять на сегодняшний день такому разделу, как геометрия, потому что процент нерешаемости, к сожалению, здесь оказался значительно высокий. Улучшились показатели по естественно-научным предметам. Успешнее, чем в прошлом году, справились 11-классники с профильной математикой. Число же нарушений, наоборот, уменьшилось. Как у выпускников, так и организаторов. Аннулированы результаты только у 10 школьников, что вдвое меньше итогов 2017 года. С экзамена удаляли по все тем же причинам – за телефон или шпаргалки. И самая приятная новость. 3 ульяновских выпускника получили на ЕГЭ 100 баллов. Причем каждый школьник отличился сразу в 2 предметах. 100-бальники есть по химии, обществознанию, истории и русскому языку. Егор Цитов, Даниил Сурков, Новости дня, Ульяновская правда.